Покажи, покажи. Ребята, вот такое дитё нашли. Непонятно, что с ним. А, детка. Мне привезли его, вот такие лапки перевязанные. У него ранки. Не бойся, малыш. Стой, тихо. Вот такие раночки у нас. На лапки я еще не смотрела. Не бойся, маленький. Не бойся. Пойдем, пока на одеялко положим. Ложись пока здесь. Ложись. Полежи здесь. Вот водичка. Давай. Попей. Может, водички хочешь? Вот такое дитё. Да, мой золотой. Завтра будем смотреть, что с ребенком. Сейчас сделаю ему перевязки, сейчас обработаю лапки. Ну, потому что у него все стерто, вы видите, у него все стерто. И коленки стерты, и животик стерт. И, ребята, если мы ребенка сейчас будем смотреть и решать его судьбу. И решать судьбу его будем все вместе. Не охи-ахи, а конкретные предложения, кто чем сможет помочь. И я у вас буду спрашивать совета, будем мы спасать ребенку жизнь или нет. Или отпускать его без боли, без мучений. Потому что советчиков много, а помощи ноль. Именно поэтому в таких случаях я сейчас буду обращаться к вам. И мы вместе будем решать, что с ребенком делать и как ему помочь. А вот теперь смотрите, видите, что с ним происходит? Видите? Ну что, малыш? Какое же имя тебе дать, детеныш? Какое же тебе имя дать? Арес. 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 Он будет Арес.